В наше время не просто заинтересовать молодежь изучением и повторением правил безопасного поведения в быту. Поэтому сотрудники Брестского областного управления МЧС совместно с представителями Белорусского республиканского союза молодежи решили сделать это увлекательно и в новом формате – формате интеллектуального квиза. Квизы, можно сказать, стали достаточно популярной формой работы Белорусского республиканского союза молодежи. Мы проводим квизы с различными категориями населения, как со школьниками, с нашей союзной молодежью, так и с работающей молодежью. Сами квизы вообще, в принципе, очень интересная форма работы, потому что это не только проявляет их знания на разные темы, но это еще и такая азартная форма, где команды ребят соревнуются друг с другом. К сожалению, на сегодняшний день уже только в Брестской области произошло 82 пожара, на которых погибло 7 человек, и мы направляем вот это вот мероприятие, квиз, на повторение основ безопасности поведения именно со студентами, потому что сегодня не студенты, завтра они уже рабочая молодежь, родители, будут дети, и чтобы они правила вели себя в быту. Помимо блока о правилах безопасности были представлены вопросы об истории, культурном наследии страны, ее традициях, знаковых местах и известных личностях. Всего в турнире приняли участие 12 команд учащихся средних, специальных и профессионально-технических образовательных учреждений города. Участвуем первый раз, довольно-таки интересно. Очень интересные вопросы, довольно-таки трудные местами. Участвую, наверное, для того, чтобы обрести какие-то новые знакомства, получить какой-то опыт, знания. Если будут еще такие мероприятия, то мы обязательно будем участвовать. А чтобы лучшие участники квиза могли закрепить полученные знания и проверить их в различных жизненных ситуациях, представители Брестского областного управления МЧС подготовили обладателям 3 первых мест сертификаты на посещение областного центра безопасности. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.